поступил ориентировка из дежурной части. Двигаясь по улице Элеваторной, заметили двух граждан, которые одеты были в темную одежду, у одного в руках были металлические бидоны. Подъехав к ним, просили, где они взяли эти бидоны, ничего внятного не пояснить не смогли. Они попросили бидоны открыть, они открыли бидоны, там находились металлические предметы, кастрюли, крышки, сковородки.